Ну что ж, дорогие товарищи, попробуем испытание в Gunfire Reborn. Оружие без эффекта стихии, там вообще все стихийное очень. Попробуем разобраться с этими непонятными существами. Интересно. А вот это вот интересно. Это я про... пожал к нам. Прикольно. Память говорится, да? Интересно, чего? Да дальше. А, вижу лепешонка Кермита. Эй! Распада. Интересно. Дайте глянуть. Наверное, все-таки это я продам. Так. Каждая. Давайте так. Кирпич. Прикольно. Гранник. А давайте вот этот вот радиоактивные перчатки. Звучит интересно. Я бы сказал, что вот это поднять, а вот это продать. Прикольно. Луч распада, да? Ух. Эй!
стороны, чтобы он... Это тоже самонаводящий. Это собака, а? Бешеная. Я ж не обжигаюсь. Отлично. Эй, это было как-то жестко. Одинокий рейнджер. Фигня какая-то, я лучше продам. Потому что она сам на улице, это хорошо. О. А, я помню это дыхание дракона. Оно только медленное, зараза, было. Чё-то продал. Yeah!
Интересно. Штукенция. Так, что это у нас? Урон от ожога, мне это нравится. Урон от шока нет, мне очень нравится. 5, так. О! Доминирование. Пойдем жечь. Так, потому что это было интересно. Урон от шока. Это надо бы поднять немножечко. Ну, то есть поменять, в смысле. Ну что, ну, перезарядка неинтересная. Модификация паразита. Бандовушки. Положительные эффекты дает. Тип бегать. Урон от ожога. Ну не, у меня такая уже есть. Ладно, давайте посмотрим. Штиль урона, выстрел. Секунд. Скорострельный смысл. Площадь взрыва. Ну,
прикольно, конечно. Нас кузнец попал. Что ты скажешь мне? Отравление. Отравление, да. Ладно, надо походу такое. Надо какое-то другое оружие искать. Но магии практически нет, потому что... Конечно, это мешает, смотри. Будет основное оружие. Так, что-то надо дальше по плану. Котики, котики. Так, от коррозии нахрен от коррозии. О, вот это хорошее. Ну, конечно, что я огонь бы развивал. Но если нет других вариантов. Да?
И это было. Спад, ожог, шок. Что-то мне, кстати, надавали. О! Это хорошо, хорошо. Эффективно. Интересно, какой случился. Надо все испытания делать. Зажога. Давайте, это хорошее. Шок. Пронзатели или вот это взять. Обычные снаряды, да? Особые обычные, неинтересно. Хотя, блин, вот это можно взять такие 150. Не то сделал. Черт побери. Черт побери. А нахрен с вами. Так, что там дает? Взрывают. Пятьдесятка. Это же потенциально интересно, особенно. Что там стихии? Ага. И... А давайте вот это. Сработало, видимо, так вот надо. Огнедышащий дракон.
Ладно. Хорошо, замечательно. Замечательно. Так. Интересно было тут. А это движется по стенам. Бери, устали. Мы бежали, мы бежали, наши ноженьки устали. О. Так, поднять. Это интересно, конечно. Я наверх к этому перейду. А вот сейчас будет все то, на что мы тут. Шок от распада. Крупные снаряды. Вот это вот, наверное, надо взять все-таки. Ой, нет. Это, да? Пойдем-ка. Это у нас улучшим это оружие, блин. Одна. Особо много не перетравилась. Но понеслась. Кто у нас тут, а? Птичка. Зорная птичка. Долетался Орель. Это что у нас за... А, не интересно. Не интересно. Ну, как-то так. 26 минут с этими усилителями стихий. Ну что ж, дорогие товарищи, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Лайки, подписки и прочая фигня. И что там у нас было? Обязательно заходите на наши Discord сервера. Все ссылки в описании. Вот, а на сегодня все. Увидимся в этой или в другой игре. Всем пока.